IP-камера ActiveCam 1140 – это модель в классическом бокс-корпусе, предназначенная для инсталляции внутри помещения. Камера построена на базе 4-мегапиксельной матрицы и способна транслировать видеопоток максимальным размером 2592 на 1520 пикселей с частотой 25 кадров в секунду. На борту присутствует широкий динамический диапазон 120 дБ, имеется функция области интересов AOI, а также функция антитуман. Присутствует два кодека сжатия, это ставший уже стандартом H264 и новый прогрессивный кодек H265. Модель имеет режим день-ночь, оборудована механическим ИК-фильтром, а для обеспечения точной фокусировки камера оснащена возможностью ручной подстройки заднего фокуса. Модель не только легко подключается к регистраторам Trasir, но еще и возможно прямое подключение камеры к облачному сервису Trasir Cloud. Интерфейсы у камеры следующие: тревожный вход и выход, аудио вход и выход, слот для microSD карты памяти, поддерживаются объемы до 128 гигабайт. Питание можно осуществить как с помощью блока питания 12 вольт, так и по технологии POE по Ethernet. Спасибо за внимание, еще больше полезных видеороликов на нашем канале, подписывайтесь, пишите комментарии. До скорых встреч!